следующий стих, который я написала 22 февраля 22 года, то есть 22 такую зеркальную дату. Подумать не могла, что как-то получится предсказать, но в принципе у меня много стихов предсказаний, так получается, да, ну, видимо, в лихую годину многие творческие люди способны что-то предсказывать. Ну, еще слушайте, стих называется «С пустыми ладонями». По одной древней легенде из романов Ивана Ефремова я узнала, что великий Македонский перед смертью попросил об одном одолжении. Пронесите меня ладонями кверху перед всем легионом воинственным, чтобы слышали все и узрели вовеки, что из всех сокровищ бесчисленных я иду в царство орка незримое, сам как есть, без пустыми ладонями. И лишь память веками хранимая за мной шлейфом в аналах истории, я захватывал страны за странами, их сокровищ владел я запасами. В каждой битве с трофеями, ранами я победы великие праздновал, а теперь ухожу в обнуление. И земные богатства и почести мне с собой не забрать в мир забвения. Ухожу я пустой в одиночестве. Век за веком творилась история, и сражений мир видел бесчисленно. Но все так же с пустыми ладонями мы уходим в мир орка таинственный. Да, нифига себе, Оля.